Эзотерические способы, как помириться с другим человеком. Представляете этого человека, представляете, будто к нему подходите и обнимаете его и прижимаете к себе и говорите: не отпущу тебя никуда, ты такой хороший, ты моя там ласточка, зайчик, рыбка, солнышко и так далее. Вот таким образом и происходит. Вот человек, когда идет домой с работы, человек возвращается домой с работы, ну, кто ходит на работу, потому что я знаю, что много людей сейчас уже, мир изменился, и много людей уже работы никакие не посещает. Но для тех, кто все-таки ходит. И возвращаетесь домой, вас дома кто-то ждет, бабушка, мама, муж, возможно, детки, или еще кто-либо, собака. И перед тем, как зайти, представьте, будто все вас прямо набегают и вот так обнимают. Вот если подождать перед тем, как зайти в квартиру, в дом там, или где вы живете, и представить, будто они все вас обнимают, посчитайте в этот момент до 7 или до 9, желательно даже до 9. Если сконцентрируетесь и почувствуете, что все обнимают, досчитайте до 9, открывайте дверь или звоните. Когда вам откроют, то вечер будет великолепным. Он будет прекрасным, наполненным поэзией, теплотой и теплыми отношениями друг к другу. Маргарита Бондаренко. Добрый вечер, уважаемый Андрей Андреевич. У нас с мужем детей нет, а могут быть? Не наши приемные, могут быть. В Торе есть, в Библии есть определенные тексты. Эх, где же этот текст я видел? Какой из царей имел этот текст? У кого это было? У одного из сыновей Давида, который прощой Голиафа, помните? Который был отцом Соломона, был еще один сын.